Добрый день, дорогие зрители, друзья. Небольшой обзор. Сегодняшний день, 28 апреля. Что хотелось бы сказать по поводу новых сообщений. Недавно парламент Турции собирался, или правительство Турции собрались и приняли решение, что начиная с 29 апреля по 17 мая включительно будет полностью закрываться все. Дома нужно будет сидеть, никуда нельзя выходить. Это связано с тем, что коронавирус дает о себе знать, что все плохо на самом деле. И поэтому такая ситуация. Эту информацию вы уже знаете, смотрели разные видео, возможно, в Инстаграме или в ТикТоке. И другие блогеры об этом говорят. Поэтому вот такая вот сейчас ситуация. Самое время это следить за собой, следить за своим здоровьем, беречь себя, соблюдать как можно максимально дистанцию, санитарные нормы и так далее. Да, все это серьезно на самом деле. Я вам хочу показать вот Aktay CTC. Очень хороший CT, зона отдыха. К сожалению, в этом году все закрыто. Но во время вот этого локдауна трехнедельного вот эти жители этих домов, несколько блоков, по-моему, F-блок до F-блок, могут гулять, да, вот на этой территории. Бассейны не активны. Это первая береговая линия. Вот у них на территории два бассейна. Большой бассейн. Вот такие вот летние дома. Ну и некоторые круглогодично живут в этом комплексе. Такие вот лавочки. Рядом находится Шок магазин. Находится в районе Давултепе. Давайте вам покажу, как все выглядит на самом деле утром в этой зоне. Насчет жителей этого дома, им наверняка разрешается купаться. Ну и прогуливаться, потому что здесь море-то рядом, буквально рукой подать. Кто-то занимается утренней пробежкой вот на этой территории. Вот территория убирается. Здесь тоже вижу небольшая зона отдыха. Вот она так выглядит, этот Aktay CTC. Некоторые вот покупают вот квартиры, вот кто-то, вижу, на 6-м этаже купил, окна поменял и ремонт делал. Вот сейчас я вам покажу, как выглядит море. Ближе открытия сезона, конечно, все это будет убираться. Сейчас я вижу пляж грязный. Набросали мусора. Ну вот, песчано-каменистый пляж. Пахнет морем.
На термометр показывает 33 градуса. Учитывая, что сейчас утро. Сейчас где-то 8:30 утра. Вот я тоже немного покажу вам удобства этого комплекса. Видим, что душевые кабины есть. Ну, так, душ принять после искупаний. Вода работает. Немножко покажу территорию. Вот смотрите. Значит, те, которые будут здесь жить, могут на этой беседке отдыхать. Можно даже шашлыки, барбекю делать. Не знал, что есть зона для приготовления барбекю. Вот для розжига, да. Вот детские качели тут. Кстати говоря, здесь айдат в этом комплексе от 100 лир и выше, от 120, от 110 лир. Там в зависимости, какое решение они принимают, платят айдат. Но на самом деле комплекс очень чистый, территория убирается. Дома старые, как я вам говорил уже, более 20 лет строения. Но очень красивый комплекс, правда. Такие бетонные лавочки я вижу. Что ж, дорогие зрители, друзья, хочется вам пожелать здоровья. Не пренебрегайте рекомендациями, да, по социальной дистанции. Беречь себя, потому что болезнь это очень серьезно. Увидимся в новых видео. Желаю вам всего хорошего.